Слушай, Лер, я тоже, наверное, пойду. У тебя дела, наверное, всякие, туда-сюда. Коль, я тут подумала, если хочешь, можешь остаться. Грустно, мы поехали. Молодец, Колян, я в тебе никогда не сомневался. Презервативы-то хоть есть? А то у меня, знаешь, сколько раз из этого вылетало. Спасибо. Тебя куда-нибудь подбросит? Да нет, спасибо, Сергей Иванович, не надо. Недалеко. Нет, в Закамск. Закамск? Ну тебе труха сегодня, я как раз туда еду. Не, понятное дело, когда у тебя есть бабушка, что угодно себе можешь позволить. Даже симфонический оркестр. А если у тебя нет ничего, кроме чувств, то ты как каленый провод, может только ударить. Понял? Ой, что тебе надо? Ну что, давайте еще позвоним. Что, может, передумаем? Давай, ты себя как мужчина. А нужно ли точку какие-то ты сделали, кроме простаки? Ну что, потерпишь, недолго осталось. Серега, включи какую-нибудь музыку. Ну так-то у меня вообще отлично. Не, ну Антоха, конечно, важняка постоянно корчит из себя. Но видно было, что он реально расстроился. Блин, Колян, с тебя, кстати, вечером бухло. Ты же уезжаешь.